Согласно федеральному закону, каждая многодетная семья имеет право на земельный участок, который должен быть оснащен всеми инфраструктурными объектами. В первую очередь, это комплексная инженерная подготовка, которая подразумевает проведение в микрорайон воды, газа и электричества. Появится здесь канализация и новые дороги. Поставленные инженерные задачи стали самыми крупными со времен социализма. Вопросы решения и реализации этого проекта идут полным ходом. И можно с выезда на место посмотреть это. Все необходимые договора заключены, подрядчики определены. В этом году вопросы газификации этих участков будут завершены. Некоторые работы перенесены на следующий год, но за следующий год вся комплексная инженерная подготовка, включая строительство дорог, будет выполнена. Сейчас на площадке полным ходом решают вопросы газоснабжения. Идет строительство напорного коллектора, а также прокладка новых и замена старых труб, срок службы которых уже давно истек. Этот напорный коллектор будет забирать все стоки фекальные с этой площадки, значит, и направлять на канализационные очистные сооружения города Конаково. Оснащение нового микрорайона стало подарком для всего города. Ведь все магистрали, газ, вода, электричество будут проходить через большой участок старой части города. Подключиться к централизованной системе смогут все жители ближайших домов. О значимости проекта говорят и цифры. Сумма, которая выделена из федерального бюджета. Объект очень серьезный. Стоимость 250 миллионов вместе с проектными работами. Или 220 миллионов строительно-монтажные работы. 220 миллионов. Все работы осуществляют специалисты и рабочие компании «Тверьгазстрой». Со своей работой они справляются качественно. Газ и электричество в этом году сдадут полностью. Свет в каждом доме будут обеспечивать сразу 3 подстанции. В 2016 году закончат инженерные работы. 2017 – год благоустройства. В современном микрорайоне появятся хорошие дороги не только для автомобилистов и рейсовых автобусов, но и для пешеходов. 100 участков по 10 соток многодетные семьи могут начинать осваивать даже в этом году. Как быть всем остальным, кто не попадает под федеральную программу? На данный момент 9 участков сформированы на продажу. Значит, эти участки может приобрести себе каждый желающий. Цена весьма приемлемая, она основана на тех рыночных ценах в городе, который существует. Она никакая не заоблачная, обычно нормальная, приемлемая цена. И подчеркиваю, что особенность этих участков, она состоит в том, что они будут обеспечены все инженерные подготовки. Любой желающий может принять участие в аукционе и стать жителем микрорайона Южный, где для жизни создадут все необходимые условия.